Дорогие наши друзья, сегодня к нам пришла печальная новость, с которой мы спешим поделиться с вами. Нам сообщили в одном из телеграм-каналов, что сегодня в одну из больниц города в реанимационное отделение был доставлен российский певец и композитор Барри Алибасов. На данный момент мы не можем сказать, в каком он находится состоянии, так как связь с врачами мы не поддерживаем, а в больницу нас не пускают. И единственное, что мы смогли узнать, это то, какая причина его госпитализации. Оказывается, Барри Алибасов вместе со своей семьей, друзьями, находились на отдыхе в горной местности. Сегодня утром у них была заказана поездка на лошадях. Лошадь, на которой ехал Барри Алибасов, возле реки чего-то испугалась и начала обрыгаться, и Барри Алибасов упал с лошади на каменистую местность. При ударе он сильно ударился головой. Скорую помощь туда было вызвать невозможно, так как дороги нету. Его на другой лошади привезли в населенный пункт, где уже ждала скорая помощь. Друзья, давайте будем надеяться, что с Барри Алибасовым будет все хорошо, и он вскоре вновь поправится и вернется к нам. Будем надеяться, что ничего страшного в дальнейшем не произойдет. Давайте поддержим его, подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропустить свежий выпуск, в котором мы расскажем все подробности этого несчастного случая. До скорых встреч, друзья, в наших новых выпусках.